Купить все необходимое и при этом сэкономить. Жители Люберецкого района знают, как это сделать. Буквально на днях открылся первый в городском округе Люберцы магазин «Победа». Мы решили узнать, в чем же секрет магазина низких цен, и отправились в «Победу» сами. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в магазине «Победа». Само название говорит за себя. Несмотря на недавнее открытие, здесь довольно оживленно. Сегодня в дискаунтере проводится праздничное открытие. В магазине есть все, что нужно, чтобы закупиться впрок и побаловать себя. Кроме этого, на полках вы найдете бытовую химию, товары для дома, дачи и многое другое. И все это по приятным ценам. Своими впечатлениями сами поделились и покупатели. Нам очень нравится. Весь открылся, мы его уже знаем, этот магазин. Поэтому нравится. Хороший магазин. Я довольна. Я об этой фирме слышала. И разнообразием продуктов, и цены демократичные. Пока еще пробуем. Я думаю, понравится. Ассортимент большой, цены приемлемые. Посмотрим, попробуем. Сеть дискаунтеров уже зарекомендовала себя в 27 регионах России. Низкие цены, свежие и качественные продукты, широкие проходы и логичная выкладка привлекают людей. Здесь каждый будет доволен своими покупками, особенно если Новый год уже на носу. Магазин «Победа» работает в поселке Малаховка каждый день с 8 утра до 8 вечера. Приходите и убедитесь сами, что за качество не нужно платить втридорога. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.